Белорусским опытом в борьбе с последствиями Чернобыльской аварии пользуются все страны мира. И это лишь одна из инициатив официального Минска на площадке ООН. Сегодня далеко не все в мире считают организацию эффективным инструментом влияния на климат международных отношений, но Беларусь, как одна из стран-основателей ООН, отстаивает базовые принципы. Между прочим, Республика Беларусь стала первой из стран бывшего Советского Союза, которая открыла представительство ООН на своей территории. И сегодня ваша страна занимает 52-ю строчку среди 180 стран по уровню человеческого развития. Представители ООН также отмечают достижения нашей страны в других сферах. Это снижение детской смертности, расширение всемирного сотрудничества и сокращение числа людей, живущих за чертой бедности.